умный термометр-гигрометр Xiaomi Clear Grass Bluetooth с дисплеем и инк на электронных чернилах, который предназначен для измерения температуры и влажности в помещении. В устройстве используется датчик промышленного класса и электронные компоненты от крупнейшего производителя датчиков температуры и влажности Sensorion. Внешний вид прост и красив. В круглом корпусе верхняя часть показывает температуру, а нижняя часть показывает влажность. Дизайн подойдет под любой интерьер, а благодаря долгому времени работы до 1 года от одной батарейки поддерживать комфортный микроклимат в доме станет очень просто и удобно. Дисплей Xiaomi Clear Grass Bluetooth представляет собой электронный экран с чернилами, точно такой же, как у электронных книг Kindle, мягкий и неяркий. Над дисплеем температуры отображается сигнал подключения Bluetooth и индикатор емкости аккумулятора. Диаметр корпуса составляет 74 мм и толщину 13,5 мм. Цифры и обозначения на нем крупные и отлично читаемы даже сдалека. Встроенный Bluetooth 5.0, подключенный к приложению Kingpin Air, позволяет просматривать данные об изменении температуры и влажности за последние 30 дней на вашем мобильном телефоне. Можно не только читать информацию, находясь вдали от дома, но и получать уведомления об аномальных перепадах температуры и влажности. Xiaomi Clear Grass Bluetooth можно использовать и в качестве системы безопасности, способной оповестить владельца о выходе из строя системы отопления, кондиционирования или поломки в водопроводной сети. Установить термометр можно где угодно – в детской на стене, в спальне на тумбочке или на кухне на холодильнике. В термометре предусмотрено три способа установки. Вертикально на столе установив на встроенный в корпус кронштейн с углом наклона 45 градусов и 90 градусов, или на стене при помощи липкой ленты, или на металлической поверхности холодильника при помощи встроенных магнитов. Xiaomi Clear Grass Bluetooth работает от батарейки типа CR2430, поскольку дисплей выполнен с применением технологий низкого электропотребления. Для работы устройства необходимо минимальное количество энергии, что позволяет термометру работать 8-12 месяцев до замены батарейки. Стоит всего $11, купить можно на AliExpress. Ссылку я оставил в описании под видео. И не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом, который возвращает до 30% с каждой покупки в интернете. В сервисе уже более 2300 магазинов. Присоединяйся по ссылке в закрепленном комментарии.